И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем с вами проходить такую замечательную игру, как Хоббит. Мы уже совсем близки, в общем-то, к окончанию данной игры, и сейчас мы должны пойти, в общем-то, в логово к Смаугу и добыть чашу чашу Трора или кого. Но вообще, на самом деле, мы никакие чаши не должны по книжке были добывать, мы ее добыли случайно, но здесь это указывается именно как задание, и нам, по-моему, что-то хотят сказать. You are the bravest of us all. Только что опустил всех гномов вообще как мог. Так, в общем-то, кстати, странный ход какой-то, если честно. По книжке я его представляла по-другому. Не таким аккуратным, что ли. Так. Ой, не зря дают сохранение. О, я слышу, как дракон дышит. Обалдеть. Египетская сила, вон он. Well, now you're in for it at last, Bilbo Baggins. Обалдеть. There sleeps Smaug the Magnificent. If ever I am to prove my worth as a burglar, it is now. Чё-то как-то мне сыкать-то стало на секундочку. не хочу туда идти. О, чаша помокла морда, да-да-да. And Thorin's golden cup is right underneath his nose. Какая прелесть. Сидите за указателем боевой готовности Смаук. Это Смаук будет в полной боевой готовности, он проснется. Прекрасно! А как? Вот. А мне нужно на время еще что ли это сделать? А, нет, подождите, это просто как бы указатель. Я просто думал, уже сейчас начнется. Процесс. Так. Понятно. Еще раз. Я не знаю, зачем я это делаю. Потому что... Ну, тебе нафиг. Мне это не надо. Действительно, уже конец игры. Так, я так подозреваю, на золото наступать нельзя, потому что... Помню книжку, да, был такой намек, то что золото, как бы... Ну, представляете, вы наступите на монеты. Что с вами будет? Они ж посыпятся просто градом. Так, а куда мне? Я так подозреваю, как-то... А, вот цепочечка. Аккуратно. Главное не перелететь, главное не перелететь. Так, прыгаем быстрее. Фу, успели. Так, сохраняемся. О, господи, как страшно. Смаук! Блин. Я же говорю... Да, от нас как-то немножко ничего не осталось. Так, перелет это нехорошо в данной игре. Ох, аккуратно. Тебе показалось. Так, я так подозреваю, надо прыгать вперед. Ой, как он. Он же не видит меня, правильно? Не-не, меня тут нет. Так, я хочу вот этот ящик открыть. Надо не забыть, вообще никогда не забывать, что... А я туда смогу запрыгнуть? Что нет ни палки, никакого оружия, когда я в невидимости! Так, аккуратненько. Блин, офигенский уровень, слушайте. Обалдеть. Я так жду вторую часть... фильма, если честно, я прям вот хочу посмотреть, потому что потому что окончание первого фильма, вот этот глаз Смауга, это просто было шикарно. О, сохранение. Прям такое глазище высокотекстурное, я не знаю, высококачественное. Мне прям так сразу захотелось. Так, ладно, подождите, куда нам? Зачем нам этот ящик? Куда нам его продвинуть надо? Наверное, к голове. О, он еще и слышит, как мы тащим. Нет, тебе кажется. Нет, не сюда явно. В общем, любой шум... А, во, вот сюда. Так, ладно, сейчас. Так, аккуратно. Я не хочу, чтобы он проснулся и съел меня. Они, кстати, насколько я понимаю,
сделают Хоббита все-таки трилогии, и третья часть нам покажут битву пяти воинств. В общем-то, это та самая битва в море, насколько я помню вообще, если я сейчас ничего не путаю, во время которой, в общем-то, все, ну, не все, но большая часть гномов наших и погибла вместе с Балином, могилу которого нашел потом Гимли, помните, во Властелина колец, в оригинальном. Килли, кстати, тоже погиб. Килли. Так, аккуратно. Ой, боже, я убьюсь тут. О. Мне интересно, как он будет таким же путем возвращаться с этой чашей в руках. Хорошая мимика у Бильбо. То есть прийти по монетам он не мог, а вот уйти это запросто. Так, правда, сейчас надо как-то вернуться, действительно. Мне кажется, догадываюсь, как, но я сейчас куда-нибудь вылечу просто замечательным образом на золото. Мне кажется, догадываюсь, где я. Ой, господи, помоги мне. Я в курсе. Ой, не люблю это место. Нет, слава богу, зацепился. О, господи. О, боже мой. Ой, сохранение. Ой, хорошо. Хочу. Все. Так, пока хвост. Ой. Не успела. Так, хвост поднимается, хвост опускается. Давай. Хвост поднимается. Хвост опускается, и нас тут уже нет. Замечательно. Так, прам-пам-пам-пам. Куда идти? Что делать? Вот туда, по-моему. Тра-та-та-та-та-та. Кипецкая сила. Я, по-моему, больше пугаюсь, чем все остальные вместе взятые. В общем, ладно. Бежим обратно. Ура! Мы выполнили это задание. Бра-бра-бра-бра-бра. Так, сохраняша. Все, бежим дальше. Фу. Сейчас он, да, запалит. То, что чего-то не хватает. Где моя чаша? Странно, что от его пламени не расплавилось золото. Это же драконий пламя, все дела. Now we slay the dragon Smaug, and a home and treasure regain. And how do we do that? You have no plan. Well, every worm has his weak spot, as my father used to say, though not from personal experience. Well, I suppose I could have a look. I do have this ring, after all. I'll creep down to the dragon's lair and see what I can see. Excellent plan, Bilbo. Good luck. Вообще, да, странные на самом деле гномы, вот по книжке именно. Вроде как воины, да, замечательные, но при этом такие туповатые. Я, конечно, понимаю, что Толкин писал сказку, но так, если вдуматься, они отправились на дракона. В общем-то, таким достаточно скудным числом. Учитывая, что они даже не знали, как его победить. То есть просто пошли так, мы убьем, да. А вот как мы это сделаем? Это уж кто знает. Thief. I smell you and I feel your air. Come into the light, where I can get a look at you. Да неохота мне что-то как-то. Вообще-то Бильбо сейчас должен будет заговаривать зубы Смаугу.
Но мы же не будем этим заниматься. I might be able to find a weak spot if I could just get high enough to get a good look at him. Высоко, да? If I keep the ring on, perhaps he won't see me. Это нам намекают, да, что нам туда надо опять? Что мне это? Пусть кольцо будет надето, если смог увидеть вас, он нападет. Прелестно. А как? Простите тогда. Так, ждем. Это нам опять тот же самый путь проделывают, но только с кольцом на пальце? А каким макаром? А как я это сделаю, если мне там нужно было палкой воспользоваться, чтобы перелететь где-то? Нет? Вот, например, здесь. Хотя, он сейчас как бы уже не спит, поэтому разбудить его не страшно. Ну как-то все равно, знаете. Египетская сила. Блин. Да. Печально. Ладненько, это будет сложно. Хотя никто не говорил, что победить Смауга будет легко. Слава богу, нам не придется с ним еще драться. А вот если бы Толкин написал в свое время то, что дракона победил Бильбо, мы бы сейчас с вами просто запаривались по-страшному. Как могли. Вот там, кстати, сохранение есть. Почему Бильбо не может перелететь через перилины? Здесь он отсюда меня увидит, нет? О, кстати, смотрите-ка. Короткий ход. Сохранение. Вот, надо было, небось, так и идти с самого начала. Все отлично, у меня есть план. Какой-никакой. И куда теперь, простите? Вот туда? Ну, по всей видимости. Ой, меня сейчас запалят. Да твою-то дивизию. Меня же не видно здесь? Нет, видно. А куда? Куда оттуда? Подождите. Куда отсюда-то лететь? По идее, я понимаю, куда, но... Ну, что-то как-то Бильбо не хочет этого делать. Меня сейчас еще сожрут. Ну вот... Ну вот какого черта? Меня сейчас съедят. Я хочу сюда. Меня тут не видно. Фу. А, видимо, так и надо было сделать, да? Сейчас вот по этим цепочкам. Непонятно, если честно, куда. А, вот туда, наверное. Кристаллы указывают. Кристаллы укажут мне путь. Блин. Почему не цепляется? Почему, почему, почему? Ой, нет, 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 нет. Стоп. Ждем. Хотя кристаллы и туда тоже идут, но туда они как-то идут охотнее, поэтому я пойду туда. Тем более там подъем наверх как-то так более хорошо виден. А, кстати, интересный факт. Если кто-то не знает, Бильбо-то у нас играет, как вы помните, Мартин Фримен, поэтому... Я не знаю, наверное, поэтому. Может быть, еще по каким-то причинам. Блин, почему он не зацепился? Ладно, черт с ним. В общем, дракона будет озвучивать... Я, к сожалению, не помню имя актера. У меня плохая память на имена актеров, за творчеством которых я не наблюдаю. А, в общем, дракона у нас будет озвучивать тот же самый актер, который играл Шерлока в Шерлок BBC. Очень интересно получается, учитывая, что Бильбо у нас играет Ватсон. В общем, да, по-моему, я это правильно, потому что не зря тут сохранение. Надеюсь, он не запалит. Молодец. Так, отлично. Я куда-то иду. Я надеюсь, я приду туда и не запалюсь, потому что кольцо у меня сейчас уже закончится. О боже, куда мне идти? Ладно. Он меня увидит здесь, нет? Фу, не видит. Хорошо, что не видит. Во, мне туда надо. Ура, я здесь. Так. Help yourself again. There is plenty and to spare. No, thank you, oh Smaug the Tremendous. I only wish to see if you were as great as all the tales say. You have nice manners for a thief. You
seem to know me. But I don't remember smelling you before. I am the clue finder, the web cutter, the barrel rider, and the ring winner. Ooh, lovely titles. But my teeth are swords, my scales are shields, and my breath, death. You know, I've always understood that dragons were soft underneath. Ha! What do you think of this? Dazzling! Perfect! Flawless! No blade can cut me, nor arrow pierce me. Old fool, there's an empty patch on his chest, as bare as a snail out of its shell. What was that? Well, I really must not detain your magnificence any longer. Leaving so soon, barrel rider? Going back to those miserable tub-trading lake men? Burglar! Thieving lake man! Ну, было немножко все по-другому, но не важно. Зато хоть фразы сохранили. Прислушивайтесь к руку Смауга, это означает нападение, прячься за обломками, чтобы укрыться от его огня. Это нам теперь убежать надо будет, да? В общем-то, да, Final Battle, я так понимаю. Ох, это же египетская сила. Какая удобная камера. Как повернуться такой... А, да, ура, отпустила ее. Так, все, финальная битва. Кольцо у меня сейчас закончится, это неприятно. Ребята. Так, все, бежим вперед. Бежим! Ой, камера, не меняйся, ради бога. Так, надо сюда спрятаться. Вот если бы не эта ужасная камера, которая меняется вообще... Кошмар, я просто в ужасе. Она меняется около этих палок, колонн разбитых. Это радует хотя бы, что только уклонит, потому что иначе это было бы очень все печально. Сейчас опять изменится, да? Нам надо как-то сматываться отсюда. Ой, меня сожгли. А я почему-то думала, что там уже дымок, все. Ой, не сомневаюсь. Сейчас заново бежать, господи. Так, хорошо. Так, о, господи, камера. С мышки, конечно, с этой камерой бегать, это вообще изврат. Потому что, чтобы Бильбо повернулся, приходится мышку ворочить. Это дикость. Так, стоим, стоим. Заняли позицию, бежали. Бежим, 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 бежим. Бежим, нет, бежим, бежим, у нас еще есть время. Так, надо так сделать. Так, все, он его отпустил. Оу, как-то печалька. Ой, не меняйся, камера, ради бога. Ой, а куда мне? А куда мне сейчас? Я не знаю, куда мне. О, помоги мне, боже мой. Ой, нет, меня тут нет. Меня сейчас сожгут, и я умру. Да. А куда мне бежать-то, простите? Там даже прятаться негде. Или как бы наплевать уже, можно не прятаться от него. Не знаю, честно говоря. Не совсем понятно. Плевать, бежу. А, мне сожгли неудачно. Ладно, это будет надолго, я чувствую, потому что вот куда там бежать, я, честно говоря, не знаю вообще. Надо будет постоять, подумать прям. Лучше, хорошо все было. Может быть, не надо уже прятаться? По-моему, да. По-моему, кольцо использовать уже не обязательно. Это радует, потому что я теперь смогу спокойно палкой пользоваться. Так, бежим. Ух ты, 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 ты. Нет, 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 нет. Так, аккуратно. Так, надо к той колонии. Двигаться потихоньку. Нет, 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 нет. Тра-та-та-та-та-та. Не попадешь в меня. Вот откуда здесь? Точнее, куда здесь идти? Ладно, я подозреваю все-таки вот туда, куда я думаю. А, нет.
Ладно, может, меня тут не заденет. Нет, задело. А куда идти-то? Там некуда прятаться даже. Так, подождите, я не соображаю что-то. Может, надо было не в ту сторону, а назад? А, кольцо, уберись. Это мне не нужно уже. Ой, камера, уйди. Мерзкая камера. Не совсем я понимаю, честно говоря, куда идти. Ой, а что это так? Эй, он же закончил уже дышать, вы чего? Блин. Ай. Я, конечно, подозревала, что там будет тяжко, но что-то как-то... Сохранение где на середине этого пути очень бы не помешало, на самом деле. Еще бы камера не менялась, было бы вообще прекрасно. Я не совсем понимаю, куда идти мне. Ой, так, подожди. Смог? Нет. Может быть, мне там нужно на эти колонны перепрыгнуть, а потом двигать направо, а не налево, как я всегда делала. Ну, я так подозреваю. Ой, бежим. Вот, тем более, кстати, да, кристаллы мне указывают, по-моему. Что мне надо куда-то туда. Ой, а куда там? А, все, что ли? Господи, было-то просто все, оказывается. The thrush listened, and then flew away toward Lake Town. Suddenly, the wind howled. They barely made it into the secret passage. Before the dragon smashed the mountainside, Bilbo and the dwarves were trapped in Smaug's lair. Теперь, видимо, нам нужно будет вы... А, ну да, выберемся, потом еще Барт убьет дракона. We must leave this place before the dragon returns. Get us across that chasm, Bilbo. В общем-то, да, Смаук полетел крошить наш озерный городок, и нам нужно найти выход отсюда. Это, во-первых, потом мы выйдем, где-нибудь будет заставочка, потом еще какая-нибудь штука будет. Обязательно. Так просто нас не отпустит. Так, хорошо. Ну, по крайней мере, мы со Смаугом разобрались. Вот, блин, знала бы, что там... Оу. Хорошо, не... Удивительно, что Бильбо не умер, кстати, упав с такой высоты. Вообще-то он обычно умирает, падая с такой высоты. Так, где я? Ладно, прыгнем так. Так, хорошо. Ой, я хочу сохранение. Вот прям очень хочу. Так, я так подозреваю, надо на эту плиту подвинуть, да? Она как-то так чернеет очень хорошо. Подозрительно. Или я ошибаюсь? По-моему, я ошибаюсь. А куда тогда ее двигать? Что с ней делать? Так, стоп. Где я? Ой, надеюсь, здесь не будет никаких... О, сохраняешь. Не будет каких-нибудь пауков. Не хочу. Так, прыгаем. А, ну, все-таки да, я была права. По-моему, ну, вот эти черные плиты нам нужны. Я так подозреваю, потому что они как-то так выделяются. И там была такая, и здесь такая есть. Не просто ж так. Правда ведь? Да? Ну, будем надеяться, что моя догадка верна. Так, хорошо. Куда нам? А-та-та-та-та. Так. Где мы? Ой, представляете, если я там не подвинула на миллиметр... Этот камень, мне придется возвращаться. Это ж кошмар. Ну, опять же, если моя догадка верна. Так, а там что так? Зачем вот эта платформа? Чтоб туда прыгнуть? Да ну нафиг. Зачем мне эти монеты? Игра кончается. Да-да-да, все-таки да. Да-да-да, все. Все, я молодец. Потому что вот здесь тоже есть. Наверняка... Все как-то связано между собой. Ну, мне так кажется. Я не знаю. Меня терзают смутные сомнения. Куда я вообще иду, что я делаю?
Так, по центру здесь нам что сделать надо? Ничего. Куда-то мы можем забраться, и что нам... Ага, вон выход. А вот это что там? Давайте сперва туда сходим, потому что, походу, нам нужно наверх. А наверх я не хочу пока идти. Хочу здесь посмотреть, что есть. Ну, по-моему, здесь только монетки. Ой, ё-моё. Да. И всякие непонятные камешки. Ну-ка, давай. Ну, да, много-много монет. Замечательно. Ладно, уходим тогда. Поднимаемся наверх. Может быть, даже выйдем отсюда. Хотя вряд ли так быстро. Слишком уж как-то легко это все. Так, аккуратно. Ой, ё-моё. А помните в самом начале, когда мы по кувшинкам прыгали? Ох, как это было сложно, да? А сейчас мы что творим? В общем-то, да, так всегда. Если в начале игры показать кому-нибудь, что его ждет в конце, он в шок, мне кажется, впадет. Причем не только в этой, я вообще говорю. Так, подождите. А вот, вот. Мне туда, по-моему, надо. Вот этот. Слушайте, я убьюсь. Так, подождите-ка. А, куда мне надо-то? Ну, там я до этой веревки не допрыгну. Ладно, давайте попробуем немножко убиться. Ух ты, смотрите, получилось. О, посмотрите на количество жизней. Кошмар. Это вряд ли таким путем надо было делать, но... Ну ладно, у нас получилось, это главное. А интересно, я сюда запрыгну? Ох, хорошо. Все, уходим отсюда. Ура, камера поменялась. Смотрите. Вот что бывает, если мышка шевелить. О, вы уже тут, я смотрю. Что ж вы меня не вытащили? О! Я дебил. Я, по-моему... Я вернулась. Я теперь поняла, что нам не нужно было сюда. Ах, ты ж ядрит-то как колотить. Ох. Проползла такая по кругу. И что мне это дало? Так. Так, нет, подождите. Ну, хорошо, что мы умерли. Потому что я теперь загружусь спокойно. И буду думать, куда мне идти. Мне, по-моему, вниз вообще, на самом деле, нужно было. Потому что точно не наверх. О, господи, отсюда? А куда мне идти все-таки? Ну, то, что камешки сюда двигать, это стопроцентно. Потому что их больше некуда двигать. Они же не просто так тут стоят. Прям вот так. Ну тут-то некуда прыгать, правильно? А может их вниз скинуть надо было? Ой, я даже не знаю, давайте попробуем. Вдруг получится. Ну это так, теория. Нет. Вниз не скидывается. Ну, в общем-то, стоило ожидать. Эта игра. Где такое возможно? Так, подождите. Если я отсюда пришла, вот так вот я спускалась, потом я вот там вот пробежала, куда-то туда пошла, потом сюда. Ну, по идее, я иду правильно. Пока что. Странно, просто это вон мой камешек на этой стоит. Значит, мне все-таки надо сюда. Я не очень понимаю, куда мне надо. Я даже больше скажу, я вообще не понимаю, куда мне надо. Потому что как-то это все не вяжется в голове. Ну вот, я пришла сюда, и мне это ничего не дало. Так, где я? Мне, по-моему, надо было вообще вниз. Так, ладно. Сейчас попробуем это сделать. Да бежим уж докуда-нибудь. Я надеюсь, я не зря наверх бежала. Просто это как-то все странно выглядит. Не совсем понятно, что сделать. Преодолейте пещеру. Ну вот да, и куда мне идти? Хоть намек. Потому что вот эти вот штуки... Я не знаю. Чего я их сюда ставлю? Хоть бы подсказал кто. Зачем? Какой это смысл имеет? И имеет ли это смысл вообще хоть какой-нибудь? Так, подождите. Ладно, попробуем долететь до той веревки.
Так, ну вниз, Бильбо. Так, вот. Возвращаемся. Вон там, кстати. Ага. Вон там слив туалетный. Сейчас попробуем как-нибудь спрыгнуть и не умереть. Надеюсь, у нас это получится. Так. А я утону, если я спрыгну сюда? Нет. Так, ну ладно, вроде мы что-то нашли. Давайте тогда здесь остановимся, потому что серия уже достаточно неплохая такая по своему размеру. Ну-ка, ну-ка, попробовать хочу. Нет? А, ну-ка, подожди-ка. Ой, зря я это сделала. Потому что я сейчас утону. Ой, только не говорите мне, что мне теперь нужно будет очень быстро подниматься наверх. Пожалуйста, не говорите мне этого. У меня паника. Вода, вода прибывает. Что делать? Помогите кто-нибудь. Меня, я утону. А, я утону сейчас. О, боже мой. Куда идти? Помогите. Кто-нибудь. Гномы. Вода прибывает. Куда идти? О, я сама себя в ловушку загнала. Ну все, я сейчас умру. А как пройти, если что? Как мы отсюда двигались? Вообще как-то... Ага, все, утонуло. А, кошмарище какое. О боже. Так, надо найти сперва то, как отсюда уйти и не убиться. Потом уже будем думать обо всем остальном. Меня тут водопадом не убьет. Так, подождите, по идее... Нет, сперва я хочу найти выход, потом я буду все баррикады всякие тут ставить. Для воды. Так, нет, это мне не нужно. Нет, ну по идее вот, как бы. Ну что-то как-то нет. Так, хорошо, я побегу сюда. Потом я побегу скорее... Да-да-да, я побегу вот сюда. Так вот заберусь. О, господи, какой кошмар, и это ждет нас в следующей серии. В общем... А зачем, кстати, мы тогда ставили вот те камни наверху? Может быть, они потом всплывут, я не знаю, потому что, видите, наверное, мы ими забаррикадировали, то есть, чтобы вода дальше шла. Нам не придется этим заниматься, пока у нас вода будет достигать какого-то уровня. В общем, ладно, будем этим заниматься в следующей серии. Я надеюсь, эта серия вам понравилась. Если это так, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и зовите друзей. Всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Севен. Всем удачи и пока-пока.